Сегодня стало известно о смерти знаменитого человека, которого знали все люди, у которых есть телевизор. Возможно, вы не знали его в лицо, но его голос прозвучит у вас в голове, когда вы поймете, о ком я говорю. Умер советский и российский актер и музыкант, кукловод Сергей Григорьев. Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Он с детства мечтал стать кукловодом. Мать поддерживала эти начинания и часто водила Сергея по театрам, а также смастерила для него первые куклы. Позже Сергей научился шить их сам. Сергей Григорьев получил образование в музыкальном училище имени Гнесиных. Он учился на отделении актер театра кукол. Позже он окончил режиссерский факультет ГИТИСа. После завершения обучения в музыкальном училище имени Гнесиных Сергей Григорьев пришел работать на центральное телевидение, а именно в программу «Спокойной ночи, малыши». Начиная с 1987 года, он стал водить куклу пса Филя. При создании одного из выпусков передачи, постоянно озвучивающего Филю актера не оказалось в Москве, и эту работу доверили Сергею Григорьеву. Его голос понравился руководителям проекта. Так у Фили появился новый голос, который с 1991 года по 2013 год не менялся. Стоит сказать, что Сергей Григорьев водил и других персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши», например, Степашку и Хрюшу. В 2014 году Сергей Григорьев перебрался жить в Израиль. Известно, что у него было диагностировано онкологическое заболевание. Сергея Григорьева не стало 19 августа 2022 года. Актеру было 64 года. Причиной его смерти стал инфаркт. Сергей Григорьев будет похоронен в Израиле. Светлая память человеку, с творчеством которого без преувеличения знакомы миллионы людей в нашей стране и за ее пределами.